Всем привет! Привет из Киева, солнечного Киева. Вот такая у нас сегодня шикарная погода, 20 градусов. Очень тепло. Даже подумываем, чтобы в Одессу поехать. Ну, не знаю, посмотрим, какая температура воды. Так, покажу покупочки. Сегодняшний магазин Эко. Маркет. Аптеки были. Вот так, виноград Кишмиш по 29,99, классный желтый, обычный батон, обычные пальцы, половинка нарезаны. Дальше, такие конфеты, конфета, они типа шоколад, вафелька, внутри такая вот как крем, вкусный, чай вкусный. Дальше взяла вот такую опять альпийскую колбаску. Так, меня перебили. Сын 12 баллов получил по английскому. Короче, вот такая колбаска. Я уже брала, сегодня попробовала. Без глютамоната. Неплохая. Эту положу, наверное, в морозилку брошу. Я кидаю часто в морозилку сыр, колбасу, когда по акции попадается. Так, вот такой сын у меня любит. В общем, Макс Фан с мармеладками. Печенье тут, по-моему, да, мармелад. Шипящая карамель. Так, дальше. Шоколадка Рошен пористая. Сыр Звенигора сметанковый 50% по 100 гривен на 37 гривен. И вот такой нарезной 24,58. И вот такое печенье у меня любит обычное сахарное до кавы с топленым молоком. Это младшая дочка у меня любит его. Так, потом зубная паста Актив. Вот такую я еще не брала. Здоровье десен. Черная активная паста. Хочу показать. Байкальская шаломниця, бадана та спірулини забезпечує потужну профілактику захворювань ясен. Вітаміни, короче, тут всяке таке. Чорного цвіта вона. Чистила я сьогодні зуби. Ну так, чесно говоря, ще не поняла особо. Не особо вона м'ятна. Вот, ну, посмотрим, що там я хочу взяти розовую. Саму пасту розовую, я имею в виду. Это черного цвета внутри паста. Так, и, как я уже говорила в видео, мы дочке брекеты вчера поставили. Ей нужна специальная щетка для брекетов. Я пошла в кишеню аптека. Значит, там нужна специальная щетка V-образная. Не знаю, просто она у нее так щетинки расположены. И ортодонтическая, испанская, Испания производит, написано вот, что конкретно она, сейчас положу и сфокусирую. Вот, специальная ортодонтическая щетка, и тут написано, материал антибактериальное волокно, Тайнекс, пластик, каучук, специальный дизайн головки помогает очищению у труднодоступных местах зубов. А також всех видов брекет систем V-подобной формы размещения. Щетинок выделяет залишки бруду. Короче, вот такая щетка и вот такие интердентальные щеточки. Это пространство, я так понимаю, между брекетами чистить. Вот. Вот такие вот щеточки взяла. И это были все мои покупочки. Оплатила заказ Avon. И. Сегодня, наверное, буду делать заказ Avon. Не помню по какому каталогу. Посылочку сниму, как получу. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.